Миллионы неверующих смотрят и не видят, мыслят и не понимают. А Господь сам показывает слепцам следы рогатого. Следы эти раздвоенные — ложь и смерть. Смотри и увидишь. Вылететь собираются бесы, говорящие устами болящих. Однако очистка ставит другую цель – отправить демонов в бездну. Навсегда. В этом храме, по благословению правящего архиерея и оптинского схиигумена Илия, каждый пост читаются заклинательные молитвы из канона от нечистых духов. Многое множество моих, Богородицы, прегрешений к Тебе прибегов, чистое спасение требуя, посети немощствующую ему душу. А бабка ушла? Ушла. Ну и ты уходи за ней сразу. Она меня заставила куда зайти. Выходи, выходи. Выходи. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Простите, пожалуйста, а вас вообще как зовут? Наташа. А почему вот вы реагируете на Тамару и что за папка такая? Вот, не объясните мне. Моя бабушка родная мне делала. И вот, насколько мы знаем, она в Акафисте, когда мы дома Акафиста читаем всей семьей, и они разговаривали. Они это кто? Бабушка моя, тоже Тамара ее зовут. И вторая Тамара. Она говорит, она зашла, потому что ее заставила моя бабушка. Они прямо разговаривали внутри вас? Да. То есть вашими устами разговаривали? Да. Вот как сейчас, например. А, то есть фактически, получается, вы говорили на разные голоса, да? Да. А каким образом бабка ушла? Когда это произошло?